Если в слово украдкой заползет опечатка, то писателя речи вмиг она искалечит. Дядя Гриша съел салат, написал писатель. Дядя Гриша съел халат, прочитал читатель. В небесах парит орел, написал писатель. В небесах парит осел, прочитал читатель. И смешно, и печально, когда буква буквально совершает проказы и коверкает фразы. Этот мальчик был босой, написал писатель. Этот мальчик был косой, прочитал читатель. При ангине ешьте мед, написал писатель. При ангине ешьте лед, прочитал читатель. Была речка, стала печка. Было море, стало горе. Был хор, стал вор. Была красная шапочка.